еще один участок. Людям покажу. Как бы его снять? А это что? Ирга, что ли? Очень вовремя. Алло. Здравствуйте. А можете минуток через 15 перезвонить? 20. А, все, хорошо, хорошо, хорошо. Угу, все, спасибо. Так. Тут граница, я так понимаю. Это мне как-то даже ладно. Объемчик, да. Ну, китай. Тогда да. Угу. Окей. Нет, если он нам добавляет, я поняла, он нам добавляет минимум 300, и мы берем его машину. Так, как такое, я ж, Лиля, а вы не знаете, что это за ягоды? Боярышник. Боярышник? Я нашла тут ежевику. Боярышник, точно? Я не знаю такой ягоды. Яблоня. Звенья. Но я бы, например, вот то дерево оставила, вот так красиво. Не вот это, конечно, большое. Это тоже эта же ягода? Да, это вот такая же ягода, только большая. Если его подстричь, он будет очень нарядный. Он цветет очень красиво, он пахнет очень классно. И вот он так вот, ну, потихонечку краснеет, и осенью вот такие красные ягоды висят. И, в принципе, даже зимой висят, эти птички не висят. А они несъедобные? А, логично. Так, пошла с дороги снимать. Его, мне вот тоже нравится, что он вот такие листочки резные. Его обыграть, его тут много, оказывается. Так, вот тут я иду. Это по участку. Тут машины ездят к участку за продаваемым. Яблоня. Еще одна, что ли? Точно, еще одна яблоня. Яблоня. А откуда тут яблоня? Тут, что ли, что-то когда-то было? Ну да, тут же это... Не совсем чуть-чуть. Так, дорога. А кончается там у леса? Там еще яблоня.
Ну да, потому что там какой-то. Хорошо, что поздно. Да? Алло? А я перезвоню минут через 15. Мне уже звонили. Угу, перезвони. Вы фотографии делаете? Нет, я снимаю видео, как сюда ехать. А, не-не-не. Не тормозите. Фотографировать замучаешься. Легче видео снять. Так, как бы мне. Так что ли? Шоколад. Нет, так тоже не буду. Ладно. Участки продают? Да. Вот тут есть газ или тут еще нету? Газ вообще-то вот он идет, по этой улице. Вон, даже труба видна. А, угу. Потому что на этой стороне улицы. Да, как бы, меня спросил у соседей. Они сказали, что у них всех этих тех условий на газ получены. У них есть тоже альтернатив, брат. Там участок коммерческий, и сказали, что ждите, когда газификация. Планом не газификации Сколько до километров до Калининграда считается от Шатрова? Вы знаете? Ну, мне кажется, Шатрова между Зеленоградом и Калининградом. Такие планы, чтобы границы города в километрах связи. Нет. Зеленоградский. 20 километров. До границы города, да. Что-то больше. От мемориала вот от этого Медведева. Сколько она сказала? Да. До какой границы Калининграда она это считает? До центра, наверное. А до центра, наверное. Даже больше. Да. Зеленоградская
Нет, это даже я понимаю, что тут столько нет. Это тоже Шатрово вот с этой стороны? Да, или? Да. Там, кстати, электрички с той стороны. С той стороны там куда показали? Ну, вот ровно. Железная дорога. Да, железная дорога туда. Вот ровно вот эта вот улица, которая обычно, она, по-моему, Зимняя, что называется. И она ровно туда дальше. Строители, я... Деревянные, ну это да, это... Прям деревянные или из этих панелей? Нет, 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 прям от цилиндровка. Это мало того красота, это еще не требует внутренней и внешней отделки, что для меня тоже важно, и что это большая, огромная экономия. Я не столько даже из-за красоты. Нет, красота это хорошо. Красота это большой плюс. Но еще больше плюс, что мне все говорят, если хочешь строить дом, вот сколько тебе озвучивают, умножь на 3. Я говорю, в случае с дебревном, объясните мне, пожалуйста. Я понимаю, что окна двери я вставлю, пол потолок утеплю. Дебревно самый дорогой сам материал. Он дорогой материал, но он не требует отделки. Вот это. Да, это значит, вы можете себе. Я тут даже строителей нашла, нечаянно. Замечательно. А долго не могла найти. Просто набирала построить дом из цилиндровки в Калининграде. Мне ничего не давала. Ну, видите, потому что это реально. Во-первых, какие там в Литве есть специалисты по этой теме? Да. Мне бы честно, что соответственно, их лекарство советую. Дорогое, допустим, на самом деле, с фильмом. Дорогое. Потому что, конечно, пеноблок это... Ну, 130 квадратов, 3 миллиона. Одноэтажный. Без окон, без дверей, без разводки. С крышей. С крышей. Черновым полом и черновая крыша. Ну, как бы черновая перекладина между крышей. У него должен быть, да, такой фундамент тоже. Фундамент. Свайно-винтовой, ростверковый. На столбах. Я у них смотрела их дома. Не надо ленточную плиту. Деревянный дом легкий. И если люди тут живут на свайно-винтовых, я смотрела. Я, во-первых, просто видела, их очень мало. Они тоже на сваях стоят. Потом он привез меня показывать дом, который они построили. Он тоже стоит на свайно-винтовом. Так как тут зимы практически нет, ну, меня, наверное, убедили, что он нормальный, с ленточным. Ну, ладно, не буду ждать, что надумаете, если что. В ленточном, как мне кажется, как сказать-то, я-то не соображаю, как его будут строить, а косяков, которые всплывут в будущем, если там вдруг накосячили, больше вариантов получить, чем в свайно-ростверке, мне кажется, проще. Ну, строят и строят. Да, конечно. На свайно-ростверке, да.